Аэропорт Хибины начинает второй этап реконструкции, в связи с чем с 21 мая изменится схема обслуживания прилетающих пассажиров. Рядом с основным зданием аэровокзала установлен временный павильон. В нем есть все, что нужно для комфортного ожидания. Это будет зона прилета. Его площадь 200 квадратных метров. Это не случайно 200 метров, потому что это ровно такая площадь была у того накопителя, который в терминале. То есть, чтобы пассажиры остались те же площади, которые были. Именно здесь пассажиры, прибывающих рейсов с багажом, будут получать багаж. Здесь будет установлена транспортерная лента, которая прямо с перрона будет выдавать багаж пассажирам. И после выдачи багажа пассажиры выходят в город. Работы в здании аэропорта продлятся до ноября. После ремонта для пассажиров откроют 6 стоек регистрации, 2 независимых выхода на посадку, просторное кафе. Кроме того, в зоне выдачи багажа появится специальная лента для выдачи крупногабарита, лыж и сноубордов.